этим летом оборотни и вампиры на долгую ночь закатят гулянку. Чел, здорово, ты купил пиво? Мне его не продали. Чё? Чувак, тебе 100 лет, а тебе до сих пор пиво не продают? Извини, бро, я просто... Ты же вампир, блин! Я стал вампиром, когда мне было только 18. Это будет чумовая вечеринка! Дося, может, я тоже пойду познакомлюсь с твоими... подругами? Ты серьезно? Кто твой папочка? Братюнь, твой батя опять накидался и, по-моему, будет петь романсы. Дорогие гости, эту песню я пою для вас, родные. Какого хрена он делает? А вас глазами вниз скользят. Это нифига не круто. Но вечеринка заканчивается, когда приходит утро. Где это мы? Добро пожаловать в Альпы, чувак! Да как вы вообще сюда могли за одну ночь? И где моя одежда? Мне тут охренительно холодно. Если хочешь, я могу тебя согреть. Слушай, твоя подружка это нечто, мы с ней так порезвились. Вообще-то она парень. Да блин! Вы идиоты! Какого хрена? Добраться домой любой ценой. Клёво, мы в Ватикане! Молодой человек, это вы укусили Папу Римского? Нет. Нет. Бежим. Я очень любить крэк. У вас есть крэк? Тысячу лет задают один и тот же вопрос. Судаки, сага. То время суток, когда встает солнце, на его очень не видно. Полурассвет. Сумерки, полурассвет, да. Слушай, так что ты реально можешь отсосать... Да я имел в виду высосать. Как тебе сказать? Ты любишь сосать? Да, я действительно пью кровь, если ты об этом. Mm-hmm. И этот кретин объедет с нами полмира.